Всем ду-ду-ду, добро пожаловать на канал Foblinks. В апреле этого года, а именно 12 и 19, Blackpink выступили на музыкальном фестивале Coachella. 4 числа этого же месяца у них вышел второй мини-альбом. То есть с новыми песнями они продвигались не в Корее, а в Америке. До отъезда они все же выступили на музыкальных шоу Music Core и SBS K-Pop Play. И то одно из выступлений на SBS K-Pop Play они отсняли заранее. В итоге на SBS K-Pop Play с Kill This Love они выступили два раза, с Don't Know What To Do один раз. И с этими же песнями по одному разу выступили на Music Core. Когда, например, до этого они выступали по 7 раз, как и положено, ведь это еженедельное музыкальное шоу. Перейдем к фестивалю. Это крупнейший и известный музыкальный фестиваль. Проходит в городе Индио, штат Калифорния. Фестиваль проходит на территории в 31,5 гектара. На территории расположено несколько сцен, на которых одновременно проводятся выступления. Помимо музыкальных выступлений можно увидеть иллюстрации и скульптуры. На этом сюрпризы не заканчиваются. Там есть еще много чего. Например, можно прокатиться на знаменитом колесе обозрения, сделать покупки в разных магазинах и много чего другого. На официальном канале Blackpink есть дневник с этого мероприятия. Дневник под номером 8. Какие впечатления у девушек после выступления? Розе сказала, что даже если они с совершенно разных миров, сегодня музыка их объединила. Лиса сказала, что запомнит день на всю жизнь. Джису присоединилась и еще раз выразила любовь зрителям. А Дженни напомнила, что после Коачеллы начнется их тур в Северной Америке, и что будет здорово увидеться со зрителями на туре. Blackpink встретились со многими другими артистами, с Уиллом Смитом, с его сыном Джейденом Смитом, с Дипло, Халидом и многими другими. После второго дня выступления на фестивале девушки, кроме Джису, пошли смотреть на выступления других артистов как зрители. Джису не было с ними, так как она простудилась и лечилась перед их туром. С тех дней есть совместные фото с Билли Айлиш, Ариана Гранде, у Розе есть фото с Тори Келли. Во времена Трэни Рози была ее огромной фанаткой. Вот так прошел фестиваль. Blackpink стали самыми обсуждаемыми артистами Coachella 2019 года. Они стали первой кей-поп-группой, которая выступила на фестивале, продвинули там свои новые песни из нового альбома и познакомились со многими другими артистами. Обязательно ставьте пальцы вверх, если вы еще не подписаны, то подписывайтесь на канал и включайте уведомления. Спасибо вам за просмотр, пока!